Всем привет! Сегодня у нас очень жарко, и папа попросил сделать ему айран. Решила поделиться с вами очень коротеньким, легеньким рецептом. Для этого вам понадобится кефир, ну, видите, 2,5%, он самый идеально подходит, любой, фирма не... И укроп, пучок укропа вам хватит этого много для этого кефира. Этого укропа хватит на литр кефира. И на вот это количество, вот 450 грамм кефира, я возьму где-то 150-200 грамм воды. Укроп мелко нарезать, кефир с укропом вылить в блендер, взбить хорошо, чтобы укроп перебился, потом добавить воды, взбить, положить в холодильник, и вот вам готов освежающий, хороший напиток. Для лучшего вкуса его, конечно, нужно посолить. Но кто соль не любит, то и без соли очень даже вкусно. Всем спасибо, что досмотрели видео до конца. Я жду ваших лайков. Пока-пока!